Аплодисменты, друзья, мы вас не слышим. Ну что же, настал тот долгожданный момент, когда мы узнаем, кто стал Мисс Татарстан 2009. И если есть предположение, то лучше озвучить прямо сейчас. Нет? Нет, совсем. Можно выкрикивать номера, можно кричать «Я люблю тебя, дочка». Ну, громче, друзья! Вот, посмотрите, активная группа. Давайте им поаплодируем. Причем приятно, что молодые люди кричат. Спасибо вам огромное. Ну что же, друзья, они стоят за сценой, они волнуются. Конечно же, прекрасный выход в свадебных платьях завершает конкурс «Мисс Татарстан 2009». Но перед этим еще один маленький сюрприз. Наши прекрасные финалистки решили поблагодарить всех, кто помогал им в участии в этом конкурсе, ну и своих близких и родных. Итак, внимание на экран. Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам конкурса и, конечно же, моим близким, которые меня поддерживают. Хочу сказать спасибо нашим прекрасным девушкам за то, что они дают возможность совершенствоваться и быть лучше. Спасибо моим друзьям за то, что они всегда со мной, и за их безграничную поддержку. Я всех очень люблю. Спасибо моим учителям, которые сделали меня лучше. Благодарю свою судьбу за то, что она привела меня на этот конкурс. И всех зрителей, которые пришли на этот вечер красоты. Очень все прошло достойно, и мне все очень понравилось. Всем нашим визажистам, парикмахерам и всем тем, кто нами занимается, хочу огромное сказать спасибо. Я очень благодарна своим родителям, которые меня поддерживают и всегда во всем понимают. Привет большой моей маме, которая не верит в меня, но я надеюсь, что она будет рада, если я позвоню ночью и обрадую ее. Спасибо всем, кто за меня голосовал, особенно моей любимой мамочке. Мама, я тебя очень, очень сильно люблю. Мамочка, я тебя люблю. Мамочки, мы вас любим. Ну и, конечно же, конкурс ляпы. Мистер Ты все будет, естественно, вставляться, да? Не переживай, конкурс мистер... А уже снимают? Все снимают. Здрасте, не надо говорить, наверное? Надо, здрасте. Посещаю студию красоты. Сейчас. Не могу, вообще волнуюсь. Горло болит. Возможно. В следующем году я тоже буду принимать участие в этом участии. Участие? Для яркой студентишки. В детстве я мечтала стать врачом, но после того, как я попала в больницу, мне перехотелось быть врачом. И не думайте, что мы только кушаем и спим. Жизнь – это похоже как на гору. Собираюсь поступать... А себе я желаю успехов, толчок волшебный такой вперед. Я мечтаю добиться... Что-то у меня ступор. Хочу. А также найти ту профессию, в которой мне было бы самое интересно. Моя цель – улучшить в себе. Моя цель – получить от этого конкурса. Моя цель – изменить в себе. На конкурсе я узнала, что девушки бывают не только красивые, но умные и талантливые. Так, неправильно сказала ведь. Все неправильно сказала. На конкурсе я узнала. Так, что хотела сказать? Все это снимайте, я знаю, потом будете смеяться над всем. Я преодолею все свои страхи, все трудности. Я обязательно побежу. Так страшно было. Так страшно им было. Аплодисменты, друзья. Давайте поаплодируем всем девушкам. Тридцатки лучших финалисток конкурса «Мисс Татарстан 2009». Они, правда, старались, и этот праздник они подготовили сами. Только для вас. Встречайте. Они на сцене. Финалистки конкурса «Мисс Татарстан 2009». Ваши аплодисменты.
Дамы и господа, финалистки конкурса представляют коллекцию от салона «Свадьба Люкс». Эта коллекция традиционно создается специально для конкурса «Мисс Татарстан». Еще раз ваши аплодисменты. Участница номер один – Амирханова Анжелика. Участница номер два – Аглиуллина Светлана. Номер три – Ярулина Алина. Номер четыре – Королева Анастасия. Номер пять – Зангирова Алина. Номер шесть – Кузьмина Ирина. Номер семь – Фарахова Эльвира. Номер восемь – Алмакаева Алия. Номер девять – Хозеева Резида. Номер десять – Флоренцева Регина. Номер одиннадцать – Сибгатуллина Венера. Номер двенадцать – Байрамова Лейсан. Номер тринадцать – Галеева Эльвира. Номер четырнадцать – Зиганшина Диляра. Номер 15 – Исламгулова Рамина. Номер 16 – Рязанова Инна. Номер 17 – Исмагилова Карина. Номер 18 – Королева Ольга. Номер 19 – Короткова Татьяна. Номер 20 – Ледяева Марина. Номер 21 – Служаева Эвелина. Номер 22 – Долотова Ксения. Номер 23 – Сафина Регина. Номер 24 – Кудрявцева Елена. Номер 25 – Ярулина Ксения. Номер 26 – Зинатулина Алсу. Номер 27 – Гарипова Регина. Номер 28 – Салихова Алия. Номер 29 – Каплина Марина. Номер 30 – Насонова Наталья. Тридцатка лучших. Ваши аплодисменты, друзья. Дамы и господа, финалистки конкурса «Мисс Татарстан 2009». Ваши аплодисменты. И прямо сейчас самый волнительный момент. Буквально через несколько минут мы узнаем, кто же стал «Мисс Татарстан 2009». И сейчас мы дарим всем нашим прекрасным конкурсанткам цветы. Под ваши аплодисменты, друзья. Цветы всем участницам конкурса от французского дома цветов и подарков «Fleur de Lot Couture».
французский дом цветов и подарков «Fleur de Lot Couture», шедевры французской флористики, гениальное безумство исполнения, экзотические подарки. Все это французский дом цветов и подарков «Fleur de Lot Couture». Также каждой участнице мы дарим подарки от французской марки «Dim». Всем финалисткам прямо сейчас под ваши аплодисменты. «Dim» — это мода, качество и комфорт. Все наши финалистки получают подарки от французской марки «Dim». Также все финалистки получают подарки от «Казанской Ривьеры». «Казанская Ривьера» — самый высокий в городе отель «Ривьера». Крупнейший в России аквапарк, открытый круглогодичный каток, каскад бассейнов под открытым небом и оборудованный пляж с чистейшим песком. Очутись на курорте европейского уровня в центре Казани. Все это «Казанская Ривьера». Ваши аплодисменты, друзья. Компания «Oriflame» приготовила подарки. Каждая из этих прекрасных девушек получает набор декоративной косметики и эксклюзивную косметичку, созданную Валентином Юдашкиным специально для «Oriflame». Ваши аплодисменты, друзья. Давайте поддерживать наших прекрасных финалисток. «Oriflame» — официальная косметика конкурса «Мисс Татарстан». Косметика «Oriflame» из Швеции с любовью к красавицам Татарстана. Давайте поддержим девушек. Посмотрите на их лица. Есть волнение, есть расстройство у кого-то. У кого-то даже видны вот слезы были, да, на глазах. Давайте поддержим еще раз. Друзья, родители, все те, кто так долго голосовал на сайтах, все те, кто волновался сегодня здесь, в зале пирамиды. Все эти аплодисменты вам, красавицы. Ну что же, друзья, а сейчас для объявления решения жюри и церемонии награждения победительниц позвольте пригласить на сцену президента общественной организации «Мисс Татарстан» Изольду Сахарову. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие зрители. Вот наш финал на нашей сцене, и уже второй десяток пошел к конкурсу. Я глубоко благодарна всем, кто поддерживает конкурс. Не могу не сказать официальных слов и сказать огромное спасибо правительству Республики Татарстан, администрации города Казани и всем-всем партнерам, которые уже стали друзьями конкурса «Мисс Татарстан». Низкий вам поклон. Спасибо большое. Уважаемые друзья, всем финалисткам вручаются дипломы участниц конкурса «Мисс Татарстан 2009» и подарки от дирекции конкурса. Под ваши аплодисменты! Дипломы и подарки вручаются участнице под номером 1 Анжелике Амирхановой. Номер 2. Аглиулина Светлана. Участница под номером 3. Ярулина Алина. Участница под номером 4. Королева Анастасия. Участница под номером 5 – Алина Зангирова. Номер 6 – Ирина Кузьмина. Номер 7 – Эльвира Фарахова. Участница номер 8 – Алия Алмакаева.
Друзья, здесь могли бы быть ваши аплодисменты. Участница номер 9. Резида Хазеева. Номер 10. Регина Флоренцева. Номер 11. Венера Сивгатулина. Номер 12. Лейсан Байрамова. Номер 13. Эльвира Галеева. Номер 14. Зиганшина Диляра. Номер 15. Рамина Исламгулова. Номер 16. Инна Рязанова. Номер 17. Карина Исмагилова. Номер 18. Ольга Королева. Номер 19. Татьяна Короткова. Номер 20. Ледяева Марина. Номер 21. Эвелина Служаева. Номер 22. Ксения Долотова. Номер 23. Регина Сафина. Номер 24. Елена Кудрявцева. Номер 25. Ксения Ярулина. Номер 26. Алсу Зинатулина. Номер 27. Регина Гарипова. Номер 28. Алия Салихова. Номер 29. Марина Каплина. И номер 30. Наталья Насонова. Очень неожиданно поставили конкурсанток. Это, наверное, специально, чтобы я дефилировала туда-сюда в платье от Кати Тонюшкиной. На сайте «Мисс Татарстан» было организовано голосование, и где каждый мог проголосовать за понравившуюся девушку. Итак, подведены итоги. И победительницей в номинации «Мисс Интернет» становится конкурсантка под номером 18. Ольга Королева, город Набережные Челны. Ваши аплодисменты, друзья. Мы дарим Ольге подарок от «Мисс Татарстан», диплом. И ваши аплодисменты, друзья. Итак, «Мисс Интернет», Ольга Королева, номер 18, город Набережные Челны. У конкурса «Мисс Татарстан» 2009 много партнеров. Почти каждый из них выделил одну из девушек. Итак, специальные номинации. На сцену приглашается коммерческий директор журнала «Банзай» Ирина Галкина. Ваши аплодисменты, друзья. Друзья, журнал «Банзай» очень рад быть информационным спонсором «Мисс Татарстан». Мы, как мужской журнал, решили учредить, подарить сертификат для девушки.
портфолио в нашем журнале. Мы посвящались и решили, что участница номер 17 как раз будет лицом в мужском журнале. Номер 17. Карина Исмагилова. Специальный приз журнала «Банзай». От партнера конкурса журнала «Банзай» мы дарим сертификат на фотосессию и годовую подписку журнала «Банзай». Ваши аплодисменты, друзья. Журнал для настоящих мужчин. Журнал «Банзай» — это образ жизни и круг интересов настоящего мужчины. Карина Исмагилова, ваши аплодисменты. Для вручения специального приза на сцену приглашается исполнительный директор салонов офисной мебели Надежда Чупилкина. Ваши аплодисменты, друзья. А также заместитель директора Елена Воробина. Добрый вечер, дамы и господа. Рада вас приветствовать на столь прекрасном вечере. В первую очередь хотелось бы отметить благодарность всем организаторам праздника за проведение такого мероприятия. Хотелось бы поздравить всех участниц, которые прошли финал. Пожелать им удачи. Мы с напряжением следили за перипетиями конкурса. Выбор был очень сложным. Все девушки, потому что достойны высших наград. Но мы выделили Карину Исмагилову. Ваши аплодисменты, участница под номером 17. Карина Исмагилова, город Казань. Подарки от салонов офисной мебели. Приз и сертификат на 10 тысяч рублей. Ваши аплодисменты, друзья. Для вручения специального приза на сцену приглашается руководитель каталога «Имидж» Елена Бойкова. Миша, в который раз? Как я всегда, да, я знаю это. Да. Я исправлюсь, честно. Добрый вечер. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить всех зрителей, особенно участниц. И особенно выделить участницу под номером 5. Это Алиночка Зангирова. И подарить ей замечательный приз. Это подарочный сертификат от салона красоты «Гламур», который находится на Касаткина, 15. Ваши аплодисменты. Специальный приз от каталога «Имидж». Алина Зангирова. Номер 5. Для вручения специального приза на сцену приглашается пиар-менеджер сайта 116.ru Анфиса Юдичева. Добрый вечер. Самое яркое и интересное, самое жизнерадостное и стильное, самая восхитительная и обворожительная девушка, по мнению сайта 116.ru, это конкурсантка под номером 6 Ирина Кузьмина. Ирина Кузьмина.